Останки напишем программу сегодняшний вечер с Максимом Галкиным. Фигуристка Ольга Бузова на сцене. Очень сосредоточенная аудитория. Оля, словами Татьяны Довольно Тарасовой, ты лучше, ты намного лучше. Только тяни ноги, разворачивай. Итак, дорогие друзья, мы находимся, вы видите, да-да-да-дам, ребят, скажите привет. Что-нибудь. Друзья, ну мы сегодня много всего рассказали про ледниковый период. Смотрите нас завтра, да. Смотрите. В субботу вечером. Да. И я, вот это Вербух, Маши. Завтра всем вы привет. Увидите всех. Так. Алексей Николаевич, мой дорогой, мой любимый. Давайте, скажите моим подписчикам, здравствуйте, скажите что-нибудь хорошее. Ну, ты знаете, я хочу пожелать в это предновогоднее время всем женщинам мира быть таким же обаятельными, добрыми. Ну, я бы просто хотел сказать по-женски честными, как наша Таня. Спасибо. Обязательно. Сейчас. Подождите. Ребята, Витуся. Все, улыбаемся. Танечка, приходите к нам на Ледниковый. Приходите к нам на наши сказки. Мы вас очень ждем. Очень-очень ждем. Все. Войди в кадр, это же. А что, ты актер? Очень много. По-моему, было намного лучше видео, где мы вдвоем. Зачем ты этих людей позвал? Я не знаю, он кто? Он профессионал. Он вообще не профессионалы здесь собрались. Все профессионалы. Вот смотрите, все профессионалы, да, все в кадр. Какая интересная остановка. Я хочу вообще опрятно. Домашняя. Почему мы здесь все встретились? Что нас, вот, что нас объединяет? Меня здесь спрятал. У меня есть? У меня нет. У меня вторая. У меня еще нет. Вторая борода. Видно? Олимпийские. Вот сейчас и поймем.